Начнем выпуск с данных оперативного штаба Дагестана. В регионе ситуация с распространением COVID-19 осложняется. За день у 46 человек подтвердился коронавирус. Теперь общее число заболевших 34 166. Число тех, кто справился с болезнью, за день на 42 больше. От COVID-19 медикам спасти не удалось двоих пациентов. Привиты от коронавируса 105 360 человек. Жителям Дагестана специалисты Роспотребнадзора и Минздрава региона по-прежнему рекомендуют не пренебрегать мерами предосторожности.